Четверг. Погода сегодня в Тбилиси офигенная. Намечается дождь. Солнца нету, не печет. Запах непередаваемый, очень приятный. Все еще спят. 7 утра. Доброе утро, Тбилиси. Дилам швидобиса. Швидобиса. Люда, скажи дилам швидобиса. Я меня не выговоришь. Я просто гамарджоба, Тбилиси. Я гамарджоба, ладно сказать. Утро. Пока Тбилиси спит, никого не видно. Погода сегодня пасмурная, дождь по прогнозу, у нас зонтиков нет, накидок нет, не знаю, будем что делать. Вообще прикольно. Гранат тоже прикольный. Вот такой рояль у меня есть. А гранат это что такое? Копилка? Гранат просто, нет, просто гранат. И вот так, видишь, здесь вот твою улочку в ту сторону? А-а-а. Прикольная реклама. А? Откуда-то сверху светит, что ли? Да. Пожить в Тбилиси. Удивительно, да? И харчов бы с удовольствием тут поела. С утра? А можно и было бы. Женя завел себе собаку. С утра проснулся и завел. Заметь, Женя, она с тобой, не со мной, это собака, это твоя. Завтрак в Тбилиси. Взяли вот хачапури, это с фасолью остренькое, это по-мигрельски. Всем доброго утра. Дилам швидобиса. Кушаем. Хачапури. Эрик II, Вахтанг Гургасали и один из царей грузинского династии Багратион. Население третий, около 8 тысяч человек. Оба под защитой ЮНЕСКО. So, dear guests, both Цхета and Ванасу Йоджуари are protected by ЮНЕСКО. And from there you can see like two rivers are going with each other, Арагви and Твари. Вот там уже прямо на левом стороне. Старая станция Грузии в центре. Слияние двух рек. Арагви и Тура. Кстати, да, ребята, похоронен Христова Христа, Ирекла II, Вахтанг Гургасали и один из царей грузинского династии Багратион. На население Цхети около 8 тысяч человек. Опа, под защитой ЮНЕСКО. So, dear guests, both Цхета and Ванасу Йоджуари are protected by ЮНЕСКО.
зеленым. Это нонсенс. Означает, что вакцинированы, да? Я смотрю, у них если красная, бирка, значит, вообще не надо трогать. Понятно, понятно. Интересно. А желтый? 50-50. 50 на 50. Как получится? Классно. У вас вообще тут рай для собак, да, в Грузии? Молодцы. Да. Классно сделали. 1 миллион корейцев, если на 2 дня приедет, это нормально. Бальское водохранилище. А, вот как. Женвальское водохранилище. Ой, какая красота. Сейчас. Как тебе? Кайф. Похоже на Чарвакское? Оно красивее, у нас голое. Ташкент тоже зеленое. Воду берет из Чарвакского электричества, и здесь точно так же. Тбилиси воду, электричество получает за счет этого Женвальского водохранилища. Здесь топчинов нету. И топчинов, да, нет. Но здесь и не поставишь, смотри, берега какие-то. Здесь нету пирамиды, топчинов и прочего. И оно с берега зеленые. Ой, блин, видео. Вот как она позирует. На шубу похоже. Угу. Да, взгляд такой, глаза зеленые похожи. Да, глаза зеленые похожи, да? Ну, посмотри, может, здесь есть такие. Ну, не холодно же. Не, просто сейчас еще уже прохладно стало, там все прохладнее будет становиться. Вон тебе дождевики продаются. Возьмем, может быть? Пусть не будет. Не надо.